Так, сейчас будем снимать очередную птичку. Там сидит. Что за птичка, не знаем, но... Вот, собственно, Настя стоит. И над Настей виноградик. Вот это виноградики гнездо. Так. Вон хвост птицы. Как бы ее снять, чтобы не спугнуть. Что за птичка, вопрос? Воробьишка. Сама ты воробьишка. Все, улетела птичка, в другой виноград полетела. Там остались птенцы. Чирикают, ну, по звуку. Ты там, я думаю, это где-то в другом месте. А везде, тут из-под крыши чирикают, везде чирикают. Ну, прямо в гнездо мы же не полезем. Нет, не надо. Мы только вот так сделаем. Сейчас попробуем снять отсюда, если вдруг видно будет. Так вот в винограде живут птички. Главное, чтобы дедушка об этом не узнал, потому что дедушка их тогда здесь подгоняет.